Goedenavond. Ja, we zouden graag al beginnen met de persconferentie. Als u al vragen hebt, mag u ze al stellen. Ja, is de trainer uiteindelijk nog ontgoocheld? Want ze waren niet zo sterk, denk ik. Maar uiteindelijk loopt het nog moeilijk om een goal te maken. Begon hij erin te geloven? Журналист вас спрашивает, вчера ваши сотрудники говорили, что ситуация в вашей команде достаточно сложная, и в первом тайме Локера было очень сложно забить первый гол. Как вы отреагировали на их гол и вообще в течение игры вы начали верить в ваши шансы или вы все-таки разочарованы? Я всегда верю в свою команду, так что здесь шансов никаких нет. Ik vertrouw altijd op mijn ploeg, dus ja, er is eigenlijk geen sprake van teleurstelling of hoop. Самое основное сейчас нам вывести команду в психологическом плане, потому что много очень мы пропускаем, и в этом плане у нас сегодня присутствовала скованность. Het belangrijkste is eigenlijk om de ploeg op psychologisch gezien terug op niveau te brengen, want we hebben veel kansen laten liggen. En ja, het doel is eigenlijk om, ja, om het voor de volgende wedstrijd niet meer te laten gebeuren. Dus de ploeg bijeen krijgen, dat is eigenlijk ons belangrijkste doel. Niet het самое главное, конечно, у нас не хватает футболистов. Это самое основное. Конкурентоспособных, к сожалению, команде у нас мало очень. Ja, helaas hebben we nog een iets groter probleem, namelijk het feit dat we geen capabele voetballers hebben op dit moment. En dat speelt ons op dit moment wel parten. Вопросы? Женя? Владимир, если с Трабзонспором проводить параллели, а вы удалось проиграть с равными шансами, просто команде в чем-то не везет, может там в церковь сходить, как делают в других клубах? Ну, я вам еще раз повторял, сейчас в силовом плане команда скована очень, и надо вывести ее с этого состояния, самое основное, чтобы ребята расслабились, потому что очень, еще раз повторюсь, была нервозность в действиях футболистов, это самое основное сейчас. На три фронта играть вот с таким кадровым потенциалом, это по силам команде дальше, или вы считаете проблематично? У нас выбора нет. De vraag was dus eigenlijk het volgende. Jullie hebben al gespeeld tegen Trabzonspor, waarin dat er even goed gelijke kansen waren. Kunnen we spreken van ja, gewoon een pechwedstrijd waarin we niet zoveel geluk hebben? Misschien zal het bij de volgende wedstrijd wel beter gaan. De coach antwoordt dus dat het belangrijkste probleem is dat onze ploeg te krampachtig speelt. Waardoor we eigenlijk niet genoeg kansen kunnen creëren. Sorry, als hij, u zei capabele voetballers, ja. Bedoelt hij dan fysiek fit of bedoelt hij goede voetballers? Что вы имеете в виду с со способными игроками в физическом плане или в плане техническом? Еще раз. Восстановите, или о чем речь идет? Ну, вы сказали, у нас самая главная проблема, что нет способных игроков, я так понял вас? Или? Нет, конкуренции в команде, мало футболистов. А, решенных конкуренции бина до плуг селов. Кадровые проблемы. Я, то есть, вороллен кадр проблем. Я, проблем... Ja, wat moet ik nu zeggen? Короче, мало футболистов в команде. Er zijn te weinig voetballers in de ploeg, dus er is weinig drang om aan de top te komen. Нет вопросов. Есть еще вопросы? Нет, спасибо. Спасибо.